Есть такой продукт в России, который в равной степени любят и взрослые, и дети. Речь идет о меде. Он отличается не только уникальным вкусом, но и целебными свойствами. Практически у каждой хозяйки в доме хранится банка, а то и две, для того, чтобы просто полакомиться медом с чаем или употреблять на случай простуды осенью и зимой. Покупать такой продукт лучше заранее у тамбовских пчеловодов Тюриных, которые продают только натуральный продукт высокого качества. Основной сезон медосбора подошел к концу, и, собрав все дары, тамбовские пчеловоды Тюрины приехали в Тверь с ярмаркой меда нового урожая. Тамбовский мед именно с этой пасеки давно полюбился жителям Твери за вкус и качество. Вкусный и липа, но больше мне акация нравится. Люблю с чаем, салатушками. Очень вкусно. Выбор сортов меда на ярмарке богатый. И в торговом центре «Олимп», и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29. В этом году мы привезли более 20 сортов меда. Как обычно, популярностью у нас пользуются и липа, и акация, и гречка. Цветочная пыльца наисвежайшая приехала буквально 2 дня назад, еще только пчелки его таскали. Всякий раз на ярмарках в Олимпе и на Смоленском 29 пчеловоды Тюрины удивляют покупателей новыми и вкусными сортами меда. В лечебных целях, конечно, мед, но и я, как правило, выбираю какой-нибудь необычный, потому что обычный можно везде купить, а хочется попробовать чего-то новенького. А в этот раз молочай и мед с пыльцой. Тамбовские пчеловоды Тюрины каждый август радуют своих покупателей не только новым урожаем, но и его освещением на медовый спас. В первый день Успенского поста, а он выпадает на 14 августа, пчеловоды Тюрины приглашают на молебен и чин освящения. В 13 часов священнослужитель светит мед нового сбора в ТЦ «Олимп», а в 14 часов в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29. Мы всех ждем за покупками, за медом, чтобы был хороший иммунитет, чтобы никто не болел. У тамбовских пчеловодов Тюриных цены прошлого года, так что можно закупиться впрок, да еще и со скидками. При покупке 5 килограммов – 6 в подарок. При покупке одного вида меда от 3 килограммов – скидка 17%. А 3 килограмма урожая прошлого года вы купите всего за 1000 рублей.